Два защитника остались. Ну, это так, на всякий случай. Данила Марков бросал поворотом. Все, выходит у нас Жуков. Мы в пятером. И контратака. Вот она может получиться. Втроем против одного защитника. Жуков, к сожалению. Ох, какая! Сушинский! Малкин! Что сделал Малкин? Вы знаете, ну, не понять это вратарю Лундквисту по одной простой причине. Он играет в НХЛ, а там так не играют. Прекраснейший пас Малкина на Сушинского. Сушинский, Максим. 3-0. Мы впереди. Ох, какая передача Евгения Малкина. Во всем блеске он себя здесь проявил. Хитро, хитро было сыграно. 3-0 и 18:58 на табло. Минута и 2 секунды до окончания второго периода.